В очередной раз в 30 муниципалитетах Московской области прошли рейды «Нетрезвый водитель». В Ленинском городском округе в мероприятии было задействовано 3 экипажа ГИБДД. Задача инспекторов была не только выявить водителей, севших за руль в нетрезвом виде, но и разъяснить всем, кого они остановили в этот день, о последствиях нахождения на дороге в алкогольном опьянении. Все, кому жезл сотрудника ГИБДД указал остановиться, отнеслись к небольшой заминке в пути вполне спокойно и с пониманием. За 2 часа работы было проверено 76 автомобилей. Ни одного нарушителя выявлено не было.